Здравствуйте. Хочу представить вашему вниманию видеоуроки по смешанным единоборствам, которые включают в себя ударную технику, броски, а также болевые и удушающие приемы. Рассмотрим основную стойку бойца. Ноги ставим на ширине плеч, в коленях полусогнутые для лучшего передвижения. Руки держим на уровне подбородка. Правая рука прикрывает подбородок с правой стороны, левая с левой стороны. Левое плечо приподнимаем для того, чтобы не пропустить удар слева. Рассмотрим удар прямой левой. Наносится с основной стойки, бьется по прямой траектории точно в подбородок. Тот же самый удар с постановкой ноги. Рассмотрим удар прямой правой. Также уносится рука по прямой траектории. И при нанесении удара левая возвращается к подбородку, правая выносится вперед. Правая нога в этом случае разворачивается на носке. Левый прямой с уклоном и под шагом навстречу. Удар наносится по той же траектории, только с уклоном. Рука должна пройти мимо вашей головы. Теперь удар правой. Наносится по той же прямой траектории. Уклоняетесь влево, то есть смещаетесь с линии атаки. И подшагиваете левой ногой вперед, разворачивая правую стопу. Рассмотрим удар правой снизу, подбородок. Наносится удар снизу между рук соперника. С основной стойки, разворачивая плечо правое и спину, наносим удар. Рассмотрим комбинацию левой прямой, правой прямой в голову. Наносится с основной стойки, можно производить комбинацию с места, так и с подшагом. Левый боковой. Удар производится с места, с разворотом спины и плеча. В конце удара мы поднимаем локоть для того, чтобы завернуть руку. Но сначала она выносится по прямой траектории. Это нужно для того, чтобы увеличить скорость удара. При проведении удара разворачиваем левую ногу на носке. Правый боковой. Наносим также в подбородок, в голову соперника. Плечо приподнимается, противоположное плечо опускается, для того, чтобы вы включили мышцы спины. Во время удара правая нога разворачивается вовнутрь. С разворотом ноги вы переносите массу тела на левую ногу. Левый прямой с уклоном
навстречу. К этому удару мы добавляем боковой. То есть мы встречаем соперника, останавливая его атаку, и добавляем удар сбоку через руку. При атаке правой с уклоном навстречу добавляем левый сбоку. Правый прямо, левый сбоку. Также атакуемая зона голова. Правый выносится по прямой траектории подбородок. И при возвращении руки вы пробиваете в голову. Ноги не должны опережать вас корпус и отставать. Это основа передвижения на ногах. Правый кросс. При нанесении кросса масса тела переносится на переднюю ногу. Для того, чтобы в удар вложить массу, силу и скорость. Также при нанесении удара правый локоть приподнимаем вверх. Теперь поговорим о защите. Уклон вправо, уклон влево. При выполнении уклона особое внимание обратите на ноги. При выполнении уклона вы подшагиваете правой ногой вперед в сторону, то есть вы смещаетесь с линии атаки. Рука соперника должна пройти мимо вашей головы. Как только вы выполнили защиту, то есть уклон, вы сразу же заходите за спину соперника. Также при уклоне влево вы смещаетесь в левую сторону, руки держите в той же позиции, вес тела переносите на левую ногу, и при выполнении защиты вы также заходите за спину соперника. Ноги должны делать короткие, но быстрые подшагивания. Защита нырком от бокового удара. При выполнении нырка ноги должны быть полусогнутые, спина прямая, руки возле подбородка, то есть возле головы. От защиты нырком мы переходим к контратаке. При выполнении нырка мы остаемся сбоку соперника, вес переносим на переднюю ногу, руки держим на уровне подбородка. Для чего это нужно? После выполнения нырка мы проводим атаку по корпусу и в голову. Еще один элемент защиты – разрыв дистанции. Здесь особое внимание нужно обратить на ноги. Вы уходите с ударной дистанции за счет перешагивания ног. Переходим к ударам ногами. Выполняем удар в бедро, лоу-кик. Очень распространенный прием. Атакуемая зона. Бедро, то есть вся нога соперника, верхняя часть бедра, средняя часть бедра, нижняя часть бедра. Обратите внимание на движение корпуса. Прежде чем нанести удар, вы разворачиваете таз. Затем выносится колено вперед и делается расхлёст ноги. Удар лоу-кик наносится внутренней частью голени. Ни в коем случае не носить внешней частью, так как это может привести к травме. При нанесении удара опорная нога разворачивается. Когда выполняется удар правый,
ногой. Левая рука закрывает подбородок. Этот удар очень похож на лоу-кик, только он наносится в среднюю часть корпуса, в ребра, в селезенку, в печень и под сердце. Удар в голову, хай-кик. Удар производится по той же траектории. Зона поражения, голова, височная часть и подбородок. Также не забывайте о правильности нанесения удара голенью. Также удары ногами можно комбинировать с ударами руками. Удар коленом в голову, захватом руками. При выполнении этого приема захватывается затылочная часть кистями, а локти накладываются на грудь. Для чего это нужно? Для того, чтобы соперник был полностью под вашим контролем. То есть я вывожу этим движением его из равновесия и натягиваю его голову на свое колено. Защита от лоу-кика. При защите от лоу-кика нога сгибается в колени и несется к плечу, перекрывая всю атакуемую зону. Корпус держать обязательно прямо, ни в коем случае не наклоняйтесь в сторону атакующей ноги. Рука накладывается на затылок под углом 45 градусов для того, чтобы защититься от удара ноги. Следующий элемент защиты – это прихват ноги со смещением в сторону. Для чего это нужно? Для того, чтобы перевести в дальнейшем соперника или в партер, или чтобы сбить его с ног. А теперь мы рассмотрим элементы борьбы в стойке и в партере. Рассмотрим часто используемый в смешанных единоборствах бросок «поход в ноги». Соперник при броске должен оказаться рядом с вашими ногами для того, чтобы вы могли с этого положения нанести удар или пересесть на болевой прием. При выполнении этого приема необходимо сделать обманное движение руками, чтобы отвлечь соперника. Бойцы часто используют границы ринга, то есть канаты, клетку, для того, чтобы ограничить передвижение своего соперника и, прижав его спиной к канатам, провести прием. Рассмотрим три варианта.
варианта защиты от броска за ноги. Первый вариант – откидывание ног и корпуса назад. При выполнении защиты я накрываю его голову и спину, а также плечи своей грудью и переношу весь тело на его спину. К этому элементу защиты можно добавить забегание за спину. Второй вариант. Прямой удар коленом в область груди соперника и в область головы. Третий вариант. Удар правой снизу навстречу. Бросок с захватом туловища и заступом под бедра соперника назад. Боковой переворот с захватом за бедро. Также при выполнении этого приема необходима плотность захвата. Зацепы изнутри разноименной. Бросок чаще всего проводится с крестного захвата при клинче с соперником. Цепляется нога объем изнутри под пятку. Бросок с колен через плечи с захватом одноименных плеча и бедра. Необходим плотный захват плеча и бедра. Разворачиваем корпус соперника и кладем его перед собой. При этом прихватываем руку на болевой. Бросок через грудь прогибом с захватом туловища. Необходим плотный захват за туловище и подбив таза. Болевой на руку прыжком из стойки. Необходимо плотность захвата и быстрое прокручивание на сопернике в прыжке. Рассмотрим технику боя в партере. Рычаг локтя, сидя на груди. Выполняем следующим образом. Прихватывается кисть соперника. Левая рука идет с внешней стороны и закрывается замок. Дальше я подтягиваю руку соперника к груди и начинаю переходить на болевой прием. Здесь не стоит торопиться, потому что у вас выгодный захват. Далее вы подтягиваете руку к груди, то есть его локоть, не распуская захвата. Если соперник защищается, то есть берет захват, здесь вы переносите вес тела на правую сторону и отжимаете его голову своей ногой. Тем самым вы разрываете захват. Далее вытягиваете руку, зажимаете с
своими бедрами, ногами его плечо и прогибаетесь в тазу. Обратный узел плеча руками. Первое. Необходимо прижаться своей грудью к груди соперника. Этот прием выполняется, находясь сбоку. Второе. Вы своей ногой перекрываете его противоположную руку и ногами зажимаете ее. Тем самым вы не даете сопернику работать этой рукой. Далее. Прижимается кисть к полу. Далее вы запускаете снаружи свою руку, берется захват. Это один из основных замков при выполнении болевых приемов. Следующим действием вы подтягиваете его руку и плечо ближе к корпусу и выполняется узел. Приему узел плеча руками можно добавить один из вариантов выполнения этого приема. Также забирается кисть соперника, вы находитесь со стороны головы, прижимаясь корпусом к его груди, вы прижимаете его руку не к полу, а к животу. Далее забирается захват и берется замок. Я вывожу соперника на бок, подтягивается плечо, и выполняется узел. Защита от рычага на локоть сверху. Прежде всего, необходимо почувствовать тот момент, когда вы освобождаетесь от болевого приема и выходите из опасного положения. Если ноги соперника недостаточно сжаты и он недостаточно плотно держит захват, у вас есть шанс уйти из опасного положения. Уходите следующим образом. Первое. Вы встаете на борцовский мост и делаете перекидывание ногами. Оказавшись в этом положении, необходимо прижать соперника к полу и развернуться в сторону его головы. В этом положении своими ногами вы ограничиваете действия своего соперника. Вы прижимаете своими ногами его голову и когда он оказывается в неудобном положении, у вас есть шанс вытащить руку. И здесь следует добивание. Защита от обратного узла руками. С этого положения можно выполнить контратаку с уходом на соперника. Освобождая руку от захвата, я запускаю свою руку под голову соперника, накладывая свою руку на шею. Далее обратным мостом я ухожу в левую сторону. Здесь я оказываюсь в выгодном положении для выполнения удушающего приема. Я забираю захват, прихватываю голову, обратный узел локтя руками. При выполнении этого приема также необходима плотность между вами и вашим соперником. Забирая кисть, я запускаю свою руку, и изнутри забирается захват, образуя замок. Перенося вес тела в правую сторону, я увожу за собой его локоть. Выполняется прием. Этот прием направлен на разрыв локтевых связок, поэтому если выполнить этот прием правильно,
У соперника практически нет шансов. Рычаг локтя скручиванием корпуса под соперником. Для выполнения этого приема вам необходимо вывести руку соперника на грудь. Далее вам необходимо сделать молниеносное скручивание под соперником ногами и корпусом с закидыванием ног на шею соперника. Далее выполняется рычаг локтя с прогибанием таза. Также с этого положения можно выполнить рычаг на оба локтя. Для этого вам необходимо прижать руки соперника к своему корпусу. Далее руками вы подбиваете его локти и закидываете свои ноги на его плечи, скрещивая ноги на его шее. Вытягиваясь корпусом, вы прогибаетесь в тазу. Часто используемый удушающий прием ногами — треугольник. Выполняется также с положения снизу. Отключается рука соперника и уводится между ног. Далее вы фиксируете своими ногами его корпус и уводите противоположную руку в сторону. Следующим шагом вы забрасываете свои ноги ему на плечи, приподнимая таз и разворачивая его в противоположную сторону. Подтягивается нога и закрывается замок. Здесь ущемляются сонные артерии с двух сторон, и справа, и слева. При выполнении защиты от треугольника прежде всего необходимо сбрасывать при атаке соперника его ноги. К этому уходу можно добавить удары руками, но только после выхода из опасного положения. Рассмотрим обратный узел плеча руками с положения снизу. Прежде всего необходима плотность между корпусом соперника и вашими ногами и быстрое движение в сторону атакуемой руки. Забирается кисть соперника, далее вы берете снаружи захват, закрываете замок руками, разворачиваете корпус и тяните его плечо и руку за спину. Удушающий прием, сидя на груди. Первое, запускается предплечье под шею соперника. Далее накладываем руку изнутри на его гортань. Забираем захват и весь тело переносим на его голову. Тем самым вы перекрываете сонную артерию и глотку соперника вторым предплечьем. Удушающий сзади, сидя верхом на сопернике. Прежде всего необходимо запустить свои ноги под его корпус, под его таз. Далее вы прижимаетесь
своими бедрами к его корпусу. Первое, вы запускаете руку по его шее, забираем захват, переносим вес тела на соперника и прогибаемся вверх к спине. Тем самым вы выполняете удушение, ущемление сонной артерии. Рассмотрим болевые на ноги и ущемление ахиллового сухожилия. Положение между ног. Я оттягиваю плечо, забираю захват ноги под ахиллово сухожилие. Здесь необходима плотность захвата. Далее откидываясь назад, я заправляю ноги под ноги своего соперника, прижимая свой локоть к спине, я выполняю ущемление. Прежде всего, прием направлен на ущемление ахиллового сухожилия. Это одна из наиболее неприятных и больных точек любого человека. Также с этого положения вы можете выполнить скручивание пятки. Своим предплечьем я забираю захват под пятку соперника изнутри, беру замок руками и выполняю скручивание. Этот прием направлен на разрыв голеностопных связок и ахиллового сухожилия. Защита и уход от болевого приема ущемления ахиллового сухожилия. Прежде всего вам необходимо подтянуться к сопернику, взять захват за шею или за плечи и протолкнуть свою ногу дальше. Тем самым вы разрываете захват, опасный для вас. Болевой прием рычаг колена со стойки выполняется следующим образом. При движении соперника на вас вы разворачиваетесь к нему спиной и выполняете кувырок вперед с прихватом обеих ног. В это положение также необходима плотность захвата ногами, ноги необходимо скрестить. Далее вы прижимаетесь к ноге соперника головой и прогибаетесь в спине и тазу. Выполняется болевой прием. Прежде всего, болевой прием направлен на разрыв задних крестообразных связок соперника. Также не забывайте про вторую ногу. Ее можно заправить под колено соперника. Тем самым вы увеличиваете давление на колено и рычаг. Рассмотрим добивание соперника в партере. Первое. Одно из распространенных положений со стороны ног, когда вы находитесь в стойке, а ваш соперник находится на спине перед вами. Прижимая своим коленом его бедро, я наношу удары, оттягивая свои плечи и руки назад. Для чего это нужно? Для того, чтобы нанести как можно амплитуднее и сильнее удар. Клинация проводится как по корпусу, так и в голову. Добивание соперника сбоку. Отключается рука, или вы ее прижимаете к полу, как при выполнении болевого, или заводите его руку за спину. Далее
Удар наносится предплечьем и внешней стороной кулака в область шеи, в область подбородка, в область уха и также при полубоковые удары в голову. Отсюда вы можете поменять положение, сесть на грудь. Одно из распространенных приемов и добиваний – это верхом на груди. Также в это положение необходимо наносить удары как можно амплитуднее, для того, чтобы с первого удара можно было вывести соперника из строя. Также вы можете наносить удары по сопернику, сидя на болевом приеме. По корпусу, по печени, по животу. Перебирая захват, вы можете нанести удары в голову. Со стороны спины, сидя верхом. Заправляются ноги, оттягиваются руки для большей амплитуды удара. И наносится удар в область уха, в область шеи, в область затылка. Удары запрещены. Поэтому здесь подходят удары сбоку. Огромное спасибо за внимание. Будьте сильными, здоровыми, целеустремленными, терпеливыми.